Всем большой привет, ребята! Меня зовут Доктор Стрэндж, а это моя ассистентка Фласка. Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте, Доктор Стрэндж. Здравствуйте. И здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Да, и ребятам тоже скажи здравствуйте. Ребята нас что-то смотрят. Сказала уже. Здравствуйте, здравствуйте, ребятам. Да. Во, ну что, знаешь, что мы сегодня будем делать? Знаешь, что мы с тобой сегодня будем делать? Конечно же нет, жду ваших указаний. Ты знаешь, насколько я вообще гениальный ученый, насколько у меня много бабла, ты только посмотри, какой я богатый. Конечно же знаю, именно поэтому я ваш ассистент. Так что мы сегодня будем делать? Я прекрасно знаю тебя, ассистентка Фласка. Ну ничего, сегодня мы с тобой поедем на наших самых крутых автомобилях по трассе города кататься и наслаждаться жизнью. Хорошо, а крутой автомобиль это что? Извините, доктор Стрэндж, сколько вам лет? Вам на вид лет 8, нет? Нет? Слушай, как ты можешь про меня такое говорить? Если у меня маленький рост, это не означает, что я молодой. Ну что, поехали на счет 3. Готово? О, эй, стопэ! Как терпеть-то не могу эти... дороги извините, доктор Стрэндж, как я могла, я поставила, оно сразу поехало. Ты уже на первой стопе по увольнению, ну что, поехали наслаждаться жизнью, бросаться деньгами, вот так вот. Доктор Стрэндж, вам вообще не стыдно? Я подобрала ваши денежки, если что, я вам их верну. Да не надо, можешь себя оставить. Ну что, поехали, я такой крутой, я такой богатый. Ну ведь нельзя такой крутой, доктор Стрэндж! Нет! Что, теперь он будет на всю жизнь такой, да, доктор? Стрэндж, вы очнулись? К сожалению, да. Мы ничего не можем предпринять. Извиняемся. Господи, Стрэндж, вы очнулись? Да, я очнулся, Фласка. А что со мной случилось? Мы попали в аварию, но вы, скорее всего, это не помните. Со мной все в порядке, но вот вы очень сильно пострадали. И доктор сказал, что, походу... Но с вашими руками все очень плохо. Я не знаю, что нам теперь делать. Стрэндж, вы теперь, ну, то самое. Иди отсюда. Можно мне, пожалуйста, все объяснить доходчиво и понятно, без всяких вот этих вот слез и всего такого подобного? Ну не плачь, ты уже эти зарплаты повышу. Да при чем тут зарплата? Мы так давно с вами сотрудничаем, понимаете? Вы мне уже как родной, поэтому... Ладно, объясняйте ему, доктор, что как... Я не могу. Короче, доктор Стрэндж, суть заключается в том, что у вас вечная тряска рук, и вы больше не сможете держать предметы в своих руках больше одной секунды. Что? А как, в смысле? Я же доктор, я провожу операции супердорогие. Нет, это обречено все. Да, вот поэтому я и говорю, что вы потеряли самое важное в вашей жизни. Ваши руки, которыми вы спасали сотню жизней. Теперь... Да вы сами начали плакать, я не понимаю, в смысле? Это эмоции. И как мне это вылечить? Ну как? К сожалению, медицина не дошла до такого уровня, но, боюсь, вам придется покинуть это помещение. До свидания. Нас просто выгоняют? Ладно, я... Подожди, вдруг он обманул? Нет, не могу, не в силах. Ай! Даже телефон не в силах удержать. Но вы можете больше не проверять, видите это. Правда, доктор Стрэндж. Я не знаю, я слышала, но... Мне кажется, что все это байка, невозможно, но... Ладно, я вам расскажу, ведь больше вам ничего не остается. В общем... Ой, ничего себе, сколько здесь врачей, это просто ужас какой-то. Доктор, почему вы выбежали, я же не договорила. Ну, давайте поговорим по дороге. Ну да, давайте. Мне не нравится здесь находиться. Давайте, в общем, давайте, я знаю одного мужчину, у него был парализован позвоночник, но каким-то чудом он вылечился. Мы можем сходить к нему, и, возможно, он расскажет, как у него это вышло. Я, конечно, не верю в это, но нам ведь больше ничего не остается, как надеяться на то, что он поможет нам. Отправимся к нему? Давай или... сходим к нему, а вот ты знаешь, где он живет хотя бы? Потому что вот так вот просто сказать и не знать, где он живет, это очень глупо. Нет, где он живет, я примерно знаю. Где-то... вспомнила, под каменной 9. Надо найти под каменную 9. Это где-то здесь должно находиться. Нужно походить и поискать. Вот она как раз. Думала, не найду под каменной 9. Под вот каменный она. Район, 9-й дом. Давай постучимся туда. Давайте. Давай ты, я не могу. Ну ладно, тук-тук-тук.
Извините, можете открыть? У нас к вам дело. Войдите. О, какой у него голос. Прошу, проходите. Здравствуйте, я доктор Стрэндж, у меня к вам деловое предложение. Проваливай отсюда, ты высокомерный индюк. Почему он меня так называет? Это ваш пациент. Вы как-то ему сказали, что он безнадежен. Ну, помните, вы оперировали его. У него парализован позвоночник был. И вы сказали, что все, это ГГВП, но по итогу он излечился, видимо, поэтому такой злой на вас. Простите, пожалуйста. Нет. Ну, пожалуйста. Ну, помогите Ладно, нам. Прощу. Что надо? У меня к вам вопрос. Как вы излечили свой позвоночник? Ведь я ждал вам такой диагноз, что он неизлечим. Это тайна. Никому не скажу. Да. Все. Если мы попробуем договориться? Ну, побольше. Давай. Быстрее, прямо сейчас. Вот, сколько? Мало. Да, в смысле, да сколько вам надо? Вот. Все, нормально. Все. Так, чтобы никто не видел. Короче, здесь недалеко есть храм старейшины. Вот. Поэтому вам нужно до него дойти и попасть туда, а потом сами все узнаете. Ага, вас излечила эта старейшина? Да, проваливайте. До свидания. Спасибо за бабки. До свидания, прошу вас. Ой, заберите. Нате, забирайте. Доктор, вы уже вышли? Вы же не вышли. Выходите. Я еще не вышел, ты чего? Я все еще тут. Фух, он сказал про какой-то храм старейшины. Где нам его искать? Вот это хороший вопрос, доктор Стрэндж. Вот это вот я не знаю. Нам нужно, может быть, выйти на главную улицу и там поискать. Попробуй. Я сейчас это сделать. Так, где бы здесь главная улица могла находиться? Хороший вопрос. Да. Может, там наверху? Возможно. Не знаю, если честно, где храм там? Вы же никогда не ходили в храм, ведь вы не веровали. А это тот ли храм, где он может находиться? Не тут, а? Вы понятия храм, не имеете. По-любому. Вот он, вот как раз таки храм, про который, походу, и говорили. Смотри. Ну да, похож. Ну там, кажется, никого нету, я не знаю. Попробуем постучаться. Давай, ты постучишься, я не могу уже это делать. Хорошо. Тук-тук-тук, там. Я там вижу какой-то вонг стоит. Может быть, он нам откроет. Можете нам открыть? У нас к вам просьба, дело. Я не знаю, как это назвать. Извините. Нет. Не входите! Что? Тук-тук-тук, ну пожалуйста, впустите нас, у нас проблема, нам сказали, что вы нам поможете. Нет, не впускайте, я вас знаю. Я сейчас начну ломиться! Доктор, не нужно, они нас точно не впустят. Доктор! Что с вами? Что с вами, доктор? Вы в порядке? Походу, я таким останусь. И я больше не смогу работать. Доктор, мы что-нибудь придумаем. Мы попытаемся к ним как-нибудь поговорить с ними. Может быть, не сегодня, может быть, потом они нам откроют. Ну, давай попробуем. Ой, ладно. Я буду спать здесь, около двери. Прям у меня здесь? Больше нет выхода, да. Но вы же уважаемый доктор, как... Серьезно? Ну, ладно. Тогда я вместе с вами, ведь я это... Вот. Спокойной ночи. Ну, спокойной ночи вам, доктор Стрэндж. Пойду-ка я прогуляюсь. О, господи, это что тут под ногами у меня валяется? Эй, вставай. Здесь не место для сна. Доброе утро, старейшина. Здравствуйте. Вы меня пустите, пожалуйста? Встань, пожалуйста, для начала. Нет, ты очень плохо себя вел по жизни. Я не могу обучать такого, как ты, понимаешь? Пожалуйста, я прошу, я больше не буду таким надменным, таким высокомерным ЧСВ. Нет, я не буду таким. Пожалуйста, пустите меня. Ну, я не знаю. Человек не может так просто взять и измениться. А за лайки? А за лайки может, слушай. Да. Ребята, давайте-ка мы сейчас попробуем поставить лайк. Нажмите на пальчик вверх, да, чтобы меня пустили в этот храм, и я восстановился наконец-таки, а то я руками вообще двигать не могу. Больше лайков. Да, больше лайков, больше вероятности, что я прощу его такого хама по жизни и возьму. Поэтому, ребята, обязательно ставьте лайк, жмите на пальчик вверх, вот. А я пока
подожду. Давайте, давайте, ставьте, ставьте. А как мы... погода? Ну, сегодня солнечно, я скажу. Хорошо. Тебе вообще было мягко тут спать? Спина, наверное, болит очень, да? Да не, на песке спал, на песочке-то мягко, как будто на море спишь. На песочке у меня ты прям здесь спал? Ну, то есть на камушке? Кажись, у меня были... А, я же спал в плаще, ты что, плащ-то у меня мягкий? Интересно, откуда у тебя наш план? Ну ладно, об этом потом. Итак, ну что там по лайкам? У тебя есть телефон? Ты же у нас типа богатый, да? Поэтому и зазнался. А, нет, нет, его забрала ассистентка. Что? А, ассистентка, где ассистентка? Нет, ты куда пропала? Вот видишь, все от тебя уходят. Я не понимаю, не понимаю. Нет, она забрала все мои наработки. Нет, нет. Какие наработки? Вы же доктор. Вот видите. Я потерял все. Да ты и до этого все потерял, потому что был плохим человеком. Ладно. Думаю, что лайков предостаточно, я вижу своим... Ладно. Глазом. Своим глазом. Прошу, входи, эти двери открыты для тебя. Ура! Вау, ничего себе, как тут прикольно! Тут так прикольно вообще. Да, здесь мы обучаем. А, кстати, ты же пришел сюда от того парня, которого я недавно вылечила, правильно? Откуда вы узнали? Он мне позвонил. Итак, ты хочешь узнать, как его вылечила, чтобы я вылечила твои руки, правильно? Да-да-да, то я двигать вообще не могу. Хорошо, для начала ты должен прочитать все эти книги. Там древние знания. А после я начну тебя обучать. Понял? Что? Это же толстенные книги, их тут сотни, наверное. Как я столько прочитаю? А ты думал, все так просто будет? Конечно же нет. И вот это еще. И вот это. Я же жил так просто, так беззаботно, так хорошо все было. Ну извини, тебя никто не заставлял вести такой образ жизни, как ты. Не будет у тебя той дорогой тачки, ты бы никуда упал. Так же давай, учи. А я посижу пока, почитаю свою книгу. Давай, давай, учись, Старенич, давай, ладно. Давай. А ничего у нас сейчас не будет, никаких там опросов. О, а вообще, это кто такой? Он здесь работает. Здравствуйте, Вонг. Здравствуйте, 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 доктор Стрэндж. Я ваш подчиненный. Ой, а это можно было говорить? Старично? Нет, это было слишком рано, еще ты не его подчиненный. Нет, я ваш враг. Ну нет, нет, не враг, не враг ты ему, Вонг. Ты что, господи, с кем я работаю? А кто это такой? Это клоун какой-то, по-моему. Какой... Эй, сам ты клоун, я сейчас тебя наваляю. Нет, он не клоун, господи. Сядь, пожалуйста, и прочитай хоть что-нибудь. Угу. Камень времени останавливает время, дармо злой, дармо потом победить. Мне не так скучно, я просто не могу. Ну давайте хотя бы поговорим о чем-то. Поговорим, ладно, садись, куда-нибудь сядь. Давай я задам тебе три вопроса, если ты ответишь правильно, тогда можешь не читать всю эту груду книг. Ничего себе, ну-ну-ну, я в школе был пятерочником. Пятерочником? Это хорошо быть пятерочником. Итак, спрошу, задам тебе первый вопрос. Можешь ли ты двигать своими руками? Да нет, конечно, ты чего? Неправильный ответ. Надо сказать, да, могу. Что, неправильный? Самовнушение, друг мой, самовнушение. Надо говорить, да, могу. Итак, на первый вопрос ты не ответил. Второй вопрос. Можешь ли ты двигать своими руками? Могу ли я двигать своими руками? Ну нет же, не могу, это же... Да неправильно, это же неправильно, можешь, самовнушение, говорю. На второй не ответил, на первый не ответил. Давайте третий. Итак, третий вопрос. Можешь ли ты двигать своими руками? Самовнушение, значит. Да, могу двигать своими руками. Правильно, могу. Умница, видишь, самовнушение, а теперь попробуй подвигай ими. Видишь? Это фантастика! Смотри, двигаю! О чем я и говорила. Самовнушение, друг мой. Ну, на самом деле магия, но ты же книги не прочитал, поэтому ты пока что об этом не знаешь. Ты не устал ли? У меня есть освобождение от книг. Освобождение? Точно. Ну ладно, отдыхай. Но все равно потом я заставлю тебя их прочесть, понял? Ну, они тут интересны, тут какое-то приключение камня времени в камне бесконечности, Танос и его подчиненные, история. Вот. Зачем мне историю Таноса изучать? Ну, что это ж ерунда какая-то, Танос это и Мстители,
проблемы. Это будущее, ты об этом еще не должен знать. Но тем не менее, ладно, на сегодня ты освобожден, можешь идти отдохнуть там, не знаю, поспи. А, кстати, ладно, потом. Что такое? Я ничего, хотела показать свою комнату, потом вспомнила, что у нас нет комнат. Ха-ха-ха, ложись спать. Придется мне спать на вот этом вот деревянном сиденье. Ну ничего, зато у меня плащик очень удобный, поэтому... Спокойной ночи. А, Стрэндж? Стрэндж, беда, Стрэндж, просыпайся, Стрэндж! Стрэндж? Что стряслось? О, ничего себе, я вырос, как-то так вообще! Стрэндж, произошло нечто! На город напал Дормаму, и я боюсь, я не справлюсь без тебя. Ты мой лучший ученик, Стрэндж, ты уже несколько лет обучаешься у меня. Так что, давай, поможешь мне уничтожить зло. Ну прошло и плюс у тебя камень лет? Времени. Стоп, а что у меня в инвентаре делает камень времени? Ну в смысле? Несколько лет прошло, ты стал очень мудрый, опытный. Ты мой лучший джунин, понимаешь? Да, понимаю. Ну обалдеть, я даже не заметил, как прошло несколько лет. Ну ладно, куда нам нужно идти? Куда-то. На пляж. Подожди, я пока мне времени попытаюсь понять. И на пляж, кажись, да? Да, я вижу будущее на пляже. Ой, ты такой высокий стал. Подрос за эти 2 года. Так, Стрэндж, нам нужно идти на пляж. Ты знаешь, где он находится? Конечно же знаю, старейшина. Он находится вон в той вот стороне. Вот у меня еще вопрос. У меня в инвентаре какие-то 5 фиолетовых палочек. Что они значат? 5 фиолетовых палочек? А, так в смысле? Мы же вчера с тобой изучали это твои клоны, Стрэндж. Я же обучила тебя этому приему. Послушай, у меня такое ощущение, что я будто пришел в храм, уснул и проснулся сразу же. Вот не знаю, что произошло, уж это, наверное, камень времени так на меня подействовал. Возможно, но ты уже несколько лет обучаешься у меня, ты мой лучший ученик. Мы друг друга очень хорошо знаем, я горжусь Ничего тобой. Ничего себе. Ты меня прям Это очень сын. Хорошо, я на пятерке учился, да? Вообще у нас нет оценок, но если бы у нас были оценки, ты бы был у меня отличником, да, есть такое. Так, ты уверен, кажись, что мы туда мы пришли в неправильный путь. Ну ладно, сейчас мы поменяем свое направление и обязательно придем в правильный путь. Так. Ты любишь по деревьям прыгать, да, я так вижу, мой ученик? Ну, почему бы и нет, старейшина? Так, вы что, никогда не прыгали по деревьям? Ну, был такой опыт, но я не думала, что ты захочешь прыгать по деревьям. Не очень-то ты... Ага, вон там Дормаму. Он очень большой и очень сильный. Я буду помогать тебе, потому что, думаю, один ты не справишься. Так. Я хочу с ним поговорить. Поговорить? Ну, хорошо. Да. Так. Дормаму! Дормаму! Я пришел поговорить по душам, так, все такое. Ой, я забыл, как спавнить клонов! В смысле забыл как? Просто по земле тыкай, они появятся. Тык, а что они такие мелкие-то? Эй, клоны, подождите, помогайте, а ну! Эй, вы чё? За мной ходите. Так, им нужно какие-то еще камни дать, ну ё-моё, что ж такое-то происходит? О нет, я защищу тебя, мой ученик. Дормаму, отправляйся. Спасай. Туда, откуда ты это пришел. Вот, пусть плавает пока по воде. Дормаму не переносит воду, он плохо плавает, он медленный такой. Я Дормаму. Да, мы все знаем. Давай-ка, уйди-ка с нашей планеты, пошёл-ка ты отсюда. Вот, смотри, теперь клоны за мной бегают. Ну, клоны, давайте, тараньте этого Дормаму. Получай Дормаму. Да. Получай злой Дормаму. Ты, походу, что такое-то? Из-за того, что не помнишь все, чему я тебя обучила, ты не можешь ими управлять, поэтому они просто ходят за тобой. Какие же странные клоны. Ладно, я надеюсь, на этом пляже по-любому есть какая-нибудь альтернатива. Сейчас мы это и узнаем. Так, смотри, я нашел себе алмазный кинжал. Сейчас я им буду управлять и с помощью него смогу победить Дормаму. А зачем тебе песочек для этого нужен? Песочек мне, старейшина, для того, чего ты даже не могла себе представить. Я буду строить из него новую землю. Новую землю? Ты был лучшим из нас, поэтому я верю в тебя. Новую землю. Я пока не знаю, что ты хочешь, но, наверное, это сработает. Так, бьем Дормаму. Нет, он бьет меня, он меня таранит быстрее. Ну ничего, ну помогай, старейшина. Ну я помогла бы, но из-за того, что он в воде, нам очень будет неудобно. И по всей видимости, у него ХП вообще не уменьшается. Быть может, он просто очень-при-очень сильный? Возможно. Ничего страшного. А есть какое-то оружие для меня?
Ничего не вижу, Сун. Ага. Бейсбольная бита. Ну ничего, вспомни мои былые 90-е. Иди-ка сюда. Старейшина. Давай, давай, старейшина. Получай, 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 дарма. О, он пошел. Как вы это сделали? Ага. Древние технологии из 80-х, сын мой. А, ну вернее, не мой сын, но тем не менее, получай. Получай, получай. Эй, вы не должны меня побеждать. Я должен уничтожить вас. С чего ты взял? Почему так много стрэнджов? Много стрэнджов, потому что это... Это магия, чувак. Ты об этом не знал? Теперь будешь знать. Опа. Чё, так, я так, не... Так, Дармаму, Дармаму. Ну, прости, тебя уже победили. Ну, давай, сдав... Я не могу к нему даже поговорить. Подойти. Да бей ты его, Стрэндж. Он не хочет с тобой поговорить. Ничего Ура! Себе. Вот мы и победили злого... Можешь сесть ему... чтобы быстрее приплыть к берегу. Точно, точно. Я как-то не подумал об этом. Ничего себе, мой подаван, ты такой большой. Ты пол лодки занимаешь, да, смотри, как она не перевесилась. Они... Почему-то мои клоны такие верные, что они даже отправляются за мной на середину океана. Ну это понятное дело, они же твои клоны. Они как ты, только походу ты ими не умеешь управлять, поэтому они просто с тобой ходят. Ну ничего, я тебе напомню все то, чему я тебя обучила за эти 2 года. Давай, наверное, к берегу. А может быть, на середину океана, к акулам? А зачем? Поплавать на акулах, это же весело! Ой, слушай, что-то я вспомнил ту былую жизнь, когда я развлекался постоянно, и, по-моему, это очень плохо. Ты был лучшим из нас, но по итогу ты почему-то ведешь себя как ребенок. Ну ладно, тем не менее. Ах, может быть, уже это, пойдем. Попрощаемся с подписчиками. Да, ребята. Пойдем в храм. Ребята, если вам понравился этот крутой ролик, не забывайте обязательно ставить лайк, а также подписываться на канал. Еще не забывайте, ребята, писать в комментариях, кого сделать жизненный цикл следующий. Вот, не забывайте еще на ролики на экране нажимать. А с вами был я, Доктор Стрэндж. И старейшина. Всем удачи, ребята. И всем пока!